Мен не чун севаман Узбекистанны Тупрагын козынга Айлап тутыя. Ну что же, дорогие друзья, с вами снова Агрошериф ТВ. Вы видите большую строительную площадку, которая находится в Ферганской долине между городами Фергана и Кува. И здесь строится очень серьезный сельскохозяйственный кластер. И вы видите, что работы уже начаты. Сейчас большой нетхаус общей площадью 1,2 гектара в стадии монтажа. Я думаю, постараемся показать вам, как это все делается, и постараемся осветить этот проект в полном объеме для тех, кому это интересно, кто желает и хочет работать эффективно, продуктивно и по современным технологиям. Все технологии оборудования, технологии, все, что вот на этом первом объекте, а объект большой, это только начало. Здесь полностью все из Израиля. Ну и вот видите, мне приходится немножечко, руководить строительством, помогать в строительстве. Ну, то есть это как бы шеф-монтаж. Мы надеемся, что проект будет успешным, но вы сможете увидеть все результаты по ходу осуществления этого проекта в полном объеме. Спасибо и продолжим в следующих маленьких роликах. Постараемся показать все подробно, чтобы все было понятно и ясно. Данная конструкция – это усиленный нетхаус, который предназначен для выращивания овощных культур. И, в принципе, он рассчитан на урожайность, близкую к урожайности в теплицах. Но нетхаус – это такое сооружение, которое позволяет работать летом, работать эффективно, работать хорошо и получать высококачественную, экологически чистую продукцию, потому что весь нетхаус закрыт фитозащитной сеткой. И вот эта вот фитозащитная сеточка, она позволяет сохранить растения, уберечь растения от вредителей, не пускать туда всевозможных белокрылок, трипсов и всего прочего, что многократно сокращает затраты на химию, на ядохимикаты. И, соответственно, мы все-таки уже получаем экологически чистую продукцию. Спасибо, господа. Будем продолжать.